Вбрасывание в зоне от Барса. Выиграли вбрасывание. Хоккеисты в белой форме. Спартак расположился в чужой зоне. Баранов так по традиции на синей линии. Бросок. Это Королев. Это один из главных бомбардиров не только Спартака, но и вообще чемпионата Москвы. Восходящая звезда российского хоккея. Не побоюсь этого слова. Еще одну очень красивую шайбу забросил. Сумасшедший, конечно, кистевый бросок у Королева. И сейчас он его продемонстрировал. Ну, буквально, я не знаю, секунд, наверное, 20, может быть, понадобилось Спартаку для того, чтобы реализовать большинство бросок в ближний угол. И здесь Данилка зачем-то, наверное,